Oh man, that's really got you good. No worries, just hang in there for a second. This isn't a simulation. We're really on a ginormous spaceship. Now what are you two little gnats up to? This is to be my home. First of all. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тотем Паут, а у нас наконец-таки на канале Ark Survival Evolved. Да, я знаю, вы его уже давненько ждете. Я говорил то, что мы будем записывать Genesis Part 2, но такая ситуация вышла, то, что мы не могли просто определиться нормально с сервером, поэтому у нас вот не получилось уложиться во времени, и мы сейчас отстали, наверное, от самого дополнения где-то дней на 5. Это фигово, конечно, но постараюсь наверстать упущенное. Поэтому на наш канал возвращается, так сказать, Ark Survival Evolved. И всем приятного просмотра. А опа. Здесь на поляне, что на поляне? Заднюю дал, слышь, нормально? Заднюю дал? Ждем тогда. Да можно было бы его тут прям на горе, мне кажется, положить. Да тут нет? Скорпионы. Ну, сейчас принимаем. Нифига на него не действует сетка. А ты хоть... А, не, о, подействовал. О, подействовал. Вот. Все. Застраиваем. Чем? Так ничего же нет. Хуй знает. Ты что, рофлишь, что ли, да? Давай усыплять, блядь.
У нас сколько еще гарпунов так его ёбнуть? Ну, 6 штук еще есть. 7, у меня одна. Похуй, давай так ловить. Ну а хуль делать? Блять, мне его жалко. Ну не то чтобы, если честно. Дошло же томление, блять, на новый уровень. То, что приходится кетцеля просто сетка ловить. А я помню, как раньше было на Аргенте, блять, преследовали, ну, кетцеля, нахуй. Круто было. Да, охуенно. А сейчас сеткой, пум. Сетка, кстати... Кто-то даже делал тактики с баллистой. Да. А сейчас все пиздец. Опа. Ебать, втопил. Преследуем его. Вован преследует точное попадание сетки. У него 10, у него 10 секунд это неуязвимости к сетке, поэтому подождать надо. Да? А это, думаю, что он не взялся. Это было бы нечестно, если его можно было в стагере держать пока, да? Так. Так, ну он успокоился. А торпор какой? Торпор у него 7018. Но тут его не надо ронять, тут совы. Блин. А на скалу? Ну, сейчас на скалу, если можно. Сейчас он... Сейчас он залетит на скалу немного. В принципе, у него торпор поднимается пока что, поэтому все хорошо. Недолго он боялся. Блять. Ну ты клоун. Давай здесь нахуй, думаю, ебанется по траектории в дерево нахуй. Во, вот, вот на эту скалу сейчас можно залететь. Оп. Опа. Нормалек. Нормально вообще. Наш пацан. Если мы его тут усыпим, то тогда будет хорошо, но вряд ли мы его тут усыпим, кстати. Было похерено. Десять тысяч, 11 тысяч. Главное, чтоб он не выбрался и не ёбнулся в другом месте. Ну, типа того. А то придется очень быстро его обкладывать всякими этими иглами. Кстати, так и так его надо будет обложить, а то он это в опасности как-то. Ну, если он тут находится, то тогда ему не обязательно. А он уснет, хоть успеет? Не уснет, мне кажется. Третья ходка будет. Да. Нам надо все, все, все. Сейчас он улетает, нам надо перестать по нему стрелять. В принципе, не то, чтобы он даже в очень плохое место какое-то летел. Ну, в принципе, он не в хуевое место-то летит. А вы вчера что делали? Ну вот хотел спросить, что ты делал. Ну, не ушел просто. Ставил игру и ушел. Я тут думал, опа, поиграешь. вот тут боевые, вот тут боевые. У нас давайте. 4 дня ПВЕ, поэтому мы стараемся вовсю. О. Ну, отлично, я вот сегодня к вам зайду вечером. Сейчас не пойду, сейчас у меня немного времени осталось. Надеюсь, ну, теперь мы его укладываем уже, у него 16 тысяч. 17 тысяч. Все, в принципе. Все хорошо. Он наш, да, можно не стрелять даже. Спать, еще один разочек я стрельну, все. Спать. Все, да. Хорош. Отлети. Все. Чисто. Она сама снимется. Откинулся. Он сразу как этот. Как колбаса. Слышь, а что такое сеть пистолет, да? Не знаю. Вот, кстати, неплохие у него данные. Вес косарь. 8000 хп, стамина хорошая. Хороший кицель. Ну, по факту, если все, что его тут может убить, это если какой-нибудь скорпион с неба упадет. Ну, вообще, в принципе, охуенно. Это вообще топ животное. Ему только нужно найти этот, как его, мясо. А мясо не надо, надо баранину. А тут у тебя, кстати, не писал, сколько ему баранины надо? Нет. А, да, точно, тут же не такой имба бинокль. Ютиранус 55-й. Так, рексы какие. А, обычный рекс. Маленький.
90 и этот. Ну да, маленький. Ну в целом барашков тут не сложно найти. Ну да, мы когда резнулись, тут уже бараны были. Да ё-моё, хватит меня. У самца утконоса есть? Да. Пиздец. Что? А откуда у него? А как он молоком кормит? Он же самец. Так суть заключается в том, что у них же такой у них вид. Это утконос, ё-моё, который просто молоком раскидывается направо и налево. Пиздец. А чё кусты такие не кустовые? Он, блядь, будет собирать хоть что-нибудь? Вроде по кустам хуяри. Они то собираются, то не собираются, короче, как-то. Угу. Волокно фармит как-то не в себе. Ну это жестко, слушай, реально мужик, который может прокормить. Кетцель 168. Ого. Пековский. Кого? Нифига. Томить? Надо. Надо. Он забаховался в деревне. Я думаю, надо. Ну только суть заключается в том, чем его кормить. Томить. Ну точнее, чем его усыплять, ладно. Стрелу. Мастер, а у него сколько стам... это торпоры? 20 000. Ёб твою мать, а у нас стрел сколько? Ну, лично у меня 20. У меня 16. О, и 145-й тираннозавр рядом с ним. Да ебануться, у нас стрел столько нет. Слушай, запомни, где он летает. Он застрял в деревьях. Блять, сука, вкусный пирожок. Только нечем его съедать. Ну ты что думаешь, Карас, пока с этим сначала разобраться? Ну да, куда мы летим-то? Ему, ну просто у меня ни разу не было тековского кетцеля, ну в принципе. Да как это так-то? Ну короче, я думаю, успеем. Все равно пока нечем его усыплять. Так наркота там делалась. Я на наркоту фармлю. Ну, в ступке наркота лежала. Блин, говорит, тут конос не летает. Охереть, он летает. Сейчас посмотрю. Шестьдесят две наркоты, это много, хочешь сказать? Ну, сколько вы на того потратили? Ну, в принципе, я сейчас попробую стрелы покрафтить, ладно. 60-й. А вот 140-й. Ебать, нет, отстань. Так не, он добрый, не будет. Я обосрался. Нихера он. Ай, сука. Он урон не наносит, но так головкой бьет. Ты че дерешься? Добрый он, блядь, взрывает базы, как ебанутый. Так, ща нужно с ним переговоры провести. И ты типа, ну-ка, стопой, стоять. Куда он погнал? От тебя погнал. Так. Так, я не понял. Положить. Опять гладим молодого. Его гладить надо? Да, его гладить надо. А как ты его гладишь? Как гладить? Подходишь и гладишь. Радиальное меню? Ну, можно и так, вроде как. Подожди, только... Стоп. Ай-яй-яй-яй. Один элемент? Так у меня же есть элемент. Ты что, рофлишь? А, подожди. Один элемент в последний слот. Ну, так... А ты нажми на нолик. Сейчас проверим. Я же их томил, я помню. Ты дурной, нет? Ну-ка.
где? Получилось? Нет, в общем, сейчас суть. А что он делает? Не знаю. Профлит. Ай, сука! Ай. А как ты его... Ай, блядь! Внимательный выживший. Вот просто из-за ошибки сервера. Это как вообще могло произойти? Ну а ты что думал, украинцы не рождаются? Нет, ими становятся. Бля, идет отчет, кстати, это хорошо. О, нихуя так у тебя. Так он и до этого шел, алло. У меня не шел. Уля, у меня розовый гламурный! Да. На самом деле... А, я забыл! Блин, я забыл об этом. Фак. Блять. Наркоманская миссия. Надо страдать, чтобы пройти. Да блин. Это, конечно, проблемно немного заползать. Слышь, а может он украинцам даже лучше так-то будет? Да хуй его знает, но на базу он, наверное, не пойдет. Ой, блядь, так, он такой, сука, нормальный паразавр был. У него прям цвет был такой, ну, настоящий, сука. Ага. А стал опять красочным долбоебом. Вот был просто такой серый паразавр с этими, с чертами полосочки. Такой вот прям выглядел по-настоящему. Я, блин, не могу что-то здесь залезать. Куда? Что с этим? Меня сервер бросает. Прогибы, не умею. В смысле, я не понял. А куда? Ну куда? Нам же сюда, нет? Опа, я прошел. А, нам туда надо, я что-то. Ты увидел? Да. А я что-то пропустил. Отлично! Обыграл Караса. Сори, переигран. А я теперь туда попасть не могу, самое интересное. Ну у тебя еще времени. У нас это 40 минут. Не очень. Ты должен залезть, короче, телепортнуться туда. Ну я понял. Сейчас сделаем. Постарайся, блять. А то неохота проебать. Ладно, запишем, что вот тут вот такая тема есть. О. Чё-то я, конечно, протупил. Я думал, нам вниз, а нам не вниз. Заебись. Украинцы. Да там ещё снизу тупо нет ничего. Ну да. А это что за вещь? А, это... а, это я скинул. Мне седло дали, синее. Мне дали для ужасной птицы седло, я понимаю. Тоже. Отлично, погнали, теперь бету попробуем осилить. Бету осилить? Ну да. Ну давай. Я на бете не был. А! Чё? Чего? Я готовился идти на рекорд, а тут это, серьезно? Хуйня какая-то.
взял меня и залагал. Серер. Ну ты и крыса, Серер. Блять, схватись. Да схватись, Сука. Блин, ну на рекорд я в этот раз не иду. Ну, блять, он за стенку-то возьмет. Really making you jump through hoops, huh? Блин, у меня какой-то дыневый инфортер теперь. Чё у меня с ними и так? Почему мне не могут дать просто стального какого-нибудь обычного штурмовика? У меня розовый. More of an obstacle course than a race, isn't it? Что-то на рекорд это не похоже. А, серьезно? Это даже на победу не похоже теперь. Времени почти не осталось. Can't be too much further. Блять. Давай, Даня. Только там не профукай моменты, как ногами ты меня обыграл, залети туда. Ебай. Так держать! Мы первые! Момент не проебал. Хорош. Первое место! Отлично! Теперь, походу, я, кстати, не выиграю. За секунду успел. Мне аж работа на очка седла для тиранозавра дали. А для мегаладона не давали? Да, дали. Вот это потно, кстати, было на этот раз вообще. Канойный мастер плывет навстречу мечте. Какой, блядь. Без базы жить? Да. Ага. Жизнь в каное. Дурак. Мне больше всего нравится то, что ты по факту с берегом не соприкасаешься, но иногда это так засчитывает. Называется вот в гонках на каное поиграй, чтоб Рокулу пройти. Вначале каное, а потом и мир спасать. Уебался. Вау! Вот я именно на этом месте тогда на камне остался, на водопаде. Хорош. You do see that rock, right? Или насли... А, вот именно на этом. Блядь, у меня есть мечта. Какая? Каное. А ты от первого лица или от третьего играешь сейчас? От третьего, а от первого это... Ну-ка, я даже попробую ради интереса от первого поиграть. Вот это, кстати, я заметил для себя очень сложное место. А, сука. Слабо даже понимаю, как его пройти. Ты побеждаешь! Отлично! От первого сложно. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Надо было хакнуть для тебя ихтиозавра. Should have hacked in an ichthyosaurus for you.
Не, ну если бы так можно было, то я бы не отказался, ё-моё. А что ж ты так не сделала? Почему ты заставляешь проходить для меня, меня это на каноэ? Наверное, потому что каноэ круто, да, Дань? Ты побеждаешь, отлично! Каноэ жизнь. Ебать. Нереальные гонки. Ебать. Сука. Да я первый канойный мастер. Ты багом проплываешь, ты это понимаешь? Каким ебать! Какой багом? Ты не должен был вперед выплыть, я тебя бортовал. Чё ты врешь? Ебать. Сука, нет, не может быть, на камень сел. Опа! Ты это видишь, блядь? Обыгран, переигран, я не вижу. У меня пот здесь нереальный. Тебе повезло. Камень! Тихо. Тебе повезло сейчас, то что я в финале сел на камень. Прям сел. Не заставляет тут плавать, Дань. Каноэ это самое сложное. Вот такой вот получился ролик. Подписывайся на канал, ставь лайк. Не забывай писать свои комментарии. Всем удачи и всем пока.